не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, традиционно начались с митинга на площади Победы. 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется прежде всего с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине. Это праздник патриотизма, гражданственности, преемственности поколений. Сегодня к вечному огню, бюстам героев Советского Союза и памятным стелам с фамилиями земляков, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, легли многочисленные гирлянды и букеты цветов. Каждый год в этот день здесь собираются множество горожан, общественники и представители власти, чтобы выразить минутой молчания бесконечное уважение памяти погибшим воинам, а также поблагодарить за мирное небо над головой оставшихся в живых фронтовиков и тружеников тыла. Регионы получат 17 миллиардов рублей трансфертов на развитие дорожного хозяйства. Правительство России поддержало предложение Минтранса о выделении межбюджетных трансфертов 30 регионам на развитие дорожного хозяйства в 2018 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Российской Федерации. Туве размер межбюджетных трансфертов составил 500 миллионов рублей. Данные средства пойдут на реконструкцию мостового перехода «Коммунальный мост» через реку Енисей в Кызыле. Напомним, что в 2017 году из федерального бюджета было выделено 200 миллионов рублей, из республиканского бюджета – 11. На 2018 год из федерального бюджета выделено 500 миллионов рублей, из республиканского бюджета – 40 миллионов рублей. Классическая музыка, строгая форма, бальные платья. Воинская выправка юношей в сочетании с изяществом девушек. Все это – кадетский бал. Блеснуть хореографическими навыками в фойе Национального театра Тувы собрались 20 танцевальных команд из разных уголков республики, в том числе и отдаленных – Тотжинского и Мингунтайгинского. Хочу отметить, что участвует много хожунов в этом году. В прошлом году у нас участника было наполовину меньше, поэтому в этом году мы считаем, что очень активно участвует наша команда в этом кадетском бале. В обязательную программу входит королевский танец полонез, но закружиться в ритме вальса, исполнить зажигательный ча-ча-ча или самбо – на выбор участников. На каждый танец отводится не более 2,5 минут. Для многих это первый бал и первый танец. Но, несмотря на волнение, программу исполнили отлично. В первом номере ча-ча-ча, конечно же, волновались, так как первый раз выступаем в таком кадетском бале. Волнения были очень бурные ощущения. Волнение очень было сильное, так как соперников очень много было. Как признаются сами участники, подготовка к такому событию была серьезная. Изучали историю и разновидности танцев, а также оттачивали хореографическое мастерство. Мы репетировали очень усердно день и ночь. Репетировали около 3 недель. Добылись, я считаю, очень больших результатов. Соперники все очень достойные. Среди них есть очень сильные, но, думаю, мы все-таки победим. По итогам танцевального конкурса первое место присудили команде Кызылского президентского кадетского училища. Им выпала честь выступить на офицерском балу. В Министерстве внутренних дел Тувы в преддверии Дня защитника Отечества состоялось торжественное приведение к присяге вновь принятых на службу сотрудников полиции, а также ритуал вручения погон сотрудникам, которым присвоены первые офицерские звания и звания досрочно в порядке поощрения. В торжественной церемонии приняли участие руководство ведомства, ветераны, а также на мероприятие были приглашены воспитанники Кызылского президентского кадетского училища. В присутствии коллег, руководителей и близких молодые сотрудники поклялись уважать и защищать права и свободы человека, быть мужественными, честными и бдительными, не щадить своих сил в борьбе с преступностью. Министр регионального МВД Александр Щур поздравил сотрудников полиции со вступлением в ряды правоохранителей и присвоением специальных званий. Произнес напутственные слова, пожелав достойной службы, которая необходима всему обществу, мужества и твердости при исполнении служебного долга.
Министерство труда и социальной политики Тувы продолжит работы по легализации трудовых отношений и повышению доходов населения. В 2017 году в Туве легализована деятельность более 5000 человек. Это направление в приоритете деятельности Министерства труда и социальной политики. Как сообщила министр ведомства Людмила Тасол, эффективные и продуманные меры позволили добиться существенных результатов в Тотжинском, Кахемском, Судхольском, Барунхемчинском, Тесхемском, Эрзинском районах и в городе Ак-Довурак. Успешная работа региона была отмечена Федеральной службой по труду и занятости. В планах на 2018 год содействовать выходу из теневой занятости еще более 5000 человек. Федеральная налоговая служба России рекомендует налогоплательщикам направить заявление о льготах по налогам на имущество до 1 мая. В этом случае налоговое уведомление за прошлый год будет сформировано с учетом заявления, а налоги не придется пересчитывать. В первую очередь это касается тех физлиц, у которых право на налоговые льготы возникло впервые в 2017 году. Например, в связи с выходом на пенсию, приобретением статуса многодетных и тому подобное. Если заявление о предоставлении налоговой льготы ранее направлялась в налоговый орган и в нем не указывалось, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять заявление не требуется. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 76 копеек, евро 69 рублей 63 копейки. Все. Сыналом открыт. Кызыл. Интернациональная 112. Бульдоштың ежіктері. Қандай бұжық сілерінің әтсевіңеріні бүзірілді қамғалар ежіктер. Верной арсенал компаниясында бар. 3 марта в 18 часов в Национальном театре состоится творческий вечер актрисы театра Айзаны Чалбагол «Частым билей». Чалап турмен. Билеты в кассе театра 2-11-41. В Национальном театре Тувы состоялась выставка вооружения, технических средств и боевой экипировки, состоящих на вооружении спецподразделений Росгвардии Тувы, посвященная Дню защитника Отечества. Всего представлено 8 разных видов стрелкового оружия – от 43-миллиметрового магазинного гранатомета до автомата Калашникова с глушителем. Больше всего из представленных образцов вооружения нового поколения посетителей заинтересовал 50-миллиметровый ручной гранатомет специального назначения РГС-5. 50, используемый во время массовых беспорядков, а также 9-миллиметровый пистолет-пулемет «Витязь», который поступил на вооружение ведомства всего 3 года назад. Представляю вам специально разработанную для сотрудников спецподразделения Росгвардии экипировку при обеспечении массовых мероприятий, которая состоит из 7 элементов. Шлем, колпак первого класса защиты, бронежилет «Кара» второго класса защиты, щит, палка резиновая, комплект щитков, противогаз, носимая радиостанция. На пороге весна, и это повод продемонстрировать стильную верхнюю одежду. Отправляемся в магазин «Классика мода» в торговом центре «5 звезд». Сложно представить более удобную одежду, чем куртка, особенно утепленную из непромокаемого материала. Ее можно смело носить в дождь или снег, не боясь промокнуть и замерзнуть. Если у куртки есть капюшон, то можно обойтись и без головного убора. Модели с асимметричным кроем и укороченными рукавами смотрятся особенно эффектно. В преддверии нового сезона магазин «Классика мода» предлагает на выбор покупателей широкий ассортимент качественных вещей от ведущих мировых брендов. Всевозможные расцветки, различные фасоны, большой размерный ряд от 42 до 62. Только качественные вещи.
В магазине «Классика мода» вы можете приобрести качественную, стильную, модную верхнюю одежду на любой вкус и бюджет. Телекомпания «Новый век» оценила качество товаров, разнообразие фасонов и расцветок в магазине «Классика мода». Рекомендуем посетить и убедиться самим по адресам: торговый центр «5 звезд», торговый центр «Алма» и торговый центр «Алексеевский». Мужчины – сильный пол. Решиться пройти обследование или обратиться к врачу мужчинам непросто, но убедить их в важности своевременной диагностики необходимо. Ведь современные методики способны дать быстрый и точный ответ на все тревожащие вопросы. Одним из таких способов определения состояния мужского здоровья является ультразвуковое исследование половых органов. Оно считается одним из самых оптимальных вариантов. Ведь без хирургического вмешательства специалисты видят достаточно четкую картину процессов, происходящих внутри организма. Но первый часто встречающийся вопрос у мужчин — это есть ли увеличение предстательной железы, так называемая аденома. Ну, что касается вот именно мочеполовой системы, для мужчин уже прописаны стандарты определенные. Вот именно предстательная железа — это после 40 лет как минимум раз в год обязательно. До 40 лет это уже по показаниям. Таким образом, УЗИ органов малого таза мужчин применяется как для первичной диагностики, так и в ходе уже существующих проблем. А если учесть беспроблемность самого метода, который характерен отсутствием длительной подготовки, болезненных ощущений и дополнительных манипуляций, то можно смело назвать данное исследование лучшим из существующих на сегодняшний день. Поздравляю всех с Днем защитника Отечества. Желаю крепкого-крепкого здоровья, чтобы всегда все у вас сбылось. Ну и, конечно, как медика, только здоровье, остальное все будет у вас. Телекомпания «Новый век» поздравляет всех мужчин с Днем защитника Отечества. Берегите себя и свое здоровье. Спонсор выпуска «Погоды» – «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Каждый новый займ – больше предыдущего. И каждый последующий займ – еще больше. «Отличные наличные». Больше займов – больше сумма. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. В Кызыле облачная с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -20, -22 градуса, днем -9, -11. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные, удобные условия по займам.